25 и 26 мая в Москве на стадионе «Локомотив Перово» состоялся финал регионального этапа международного фестиваля «Локобол 2019 РЖД» среди команд мальчиков 2008 года рождения Московской области. Путевки в решающую стадию на станцию двукратного чемпиона России в составе «Локомотива» Владимира Маминова разыграли 8 коллективов. Особенными гостями мероприятия стали сборные актеров столичных театров и спортивных журналистов Москвы, между которыми после официальной части состоялся товарищеский матч. Вообще радует, что в этом году, по-моему, за всю историю вот локобола впервые в Московской области этот фестиваль прошел массово. Провели мы 4 предварительных турнира, сыграло 96 команд, и вот сюда уже приехала восьмерка сильнейших сражаться. И мы постарались, чтобы у них какой-то был, какой-то такой хороший праздник был. Я думаю, что, в принципе, ну, детские турниры должны быть именно такими. Они должны отвлекать вот это голову этих ребятишек от этих очков, от этих поражений, негативных иногда вот комментариев, которые там слышатся, к сожалению, со стороны родителей. То есть они должны понимать, что это, я вообще сказал бы, даже взрослые должны понимать, что футбол – это игра, и надо играть, и жить нужно, играя, а не через, вот, через такие вот вещи, которые я сказал. Золотые медали турнира завоевал «Луч» из Одинцова, одолев в решающем матче Дмитров со счетом 1-0. Бронза досталась подольскому «Витязю». Мне понравился этот турнир, очень хороший, интересный, хорошая команда. Было тяжело, но мы справились в финале, победили. И очень хороший турнир, и в следующем этапе мы тоже победим.